нашей сегодняшней встречи. У нас сегодня очень интересная тема. Новый год, как мы уже говорили с вами, и нужно делать подарки, и себе любимым что-то приобретать в качестве ухода для лица. И у меня хорошая новость, у нас появилась линейка шикарной, великолепной косметики с наносистемами. И у нас очень приятный момент, потому что лекцию нам сегодня читает генеральный директор предприятия «Наноderm». Это Анишин Руслан Анатольевич. Он нам с вами расскажет, что же такое косметика с наносомами, почему она лучше другой косметики, почему надо ею пользоваться, какие преимущества. И, Руслан Анатольевич, мы вас с удовольствием слушаем. Пожалуйста, расскажите нам о том, что такое наносомы, как это работает, почему это важно в косметике. Елена, спасибо за представление. Ну, еще раз представлюсь, меня зовут Анишин Руслан Анатольевич, генеральный директор компании «Наноderm». Собственно, я постараюсь рассказать о преимуществах нашей косметики, о создании бренда и вообще, что такое нанокосметика, где она, ну, вернее, где она используется, понятно, да, каким образом она, какие ее лучшая эффективность. Значит, бренд «Наноderm» был создан в 2011 году при активном участии компании «Роснано», всем известной, которая проводила лабораторные тесты, увидев эффективность, действительно эффективность косметики именно нанотехнологии, да, были получены соответствующие сертификаты и занесены в Росреестр о том, что косметика «Наноderm» является нанотехнологичной. Ну, значит, что можно сказать именно в чем исключительность, да, нанотехнологии, нанокосметики, «Наноderm»? В основу бренда заложена трансдермальная система с нанокомплексом уникальных натуральных ингредиентов. Ну, что это такое? Это имеется в виду, что капсула, основная капсула, которая попадает на кожу и проникает в кожу, состоит из, имеет, скажем так, размер большой, 50 нанометров, да, и внутри уже этой капсулы содержатся маленькие капсулы размером 1,7 нанометра, что позволяет непосредственно питать клетку. В этой капсуле содержится, эта капсула, так называемая циклодекстрин, да, в которой находятся мономеры гиалуроновой кислоты. Поскольку гиалуроновая кислота все-таки большая, большого размера, то там используются именно мономеры гиалуроновой кислоты. Это что касается непосредственно вот той системы транспортной доставки активных компонентов в клетку. Наноструктуры состоят из физиологически приемлемых для кожи молекулярных структур. Ну, то есть, что это имеется в виду? Сама капсула большая, она состоит из крахмала, да, то есть, попадая в кожу, она растворяется в крови, не нанося никакого ущерба и вреда. А в состав циклодекстрина капсулы, помимо мономеров гиалуроновой кислоты, входят также еще необходимые для кожи аминокислоты: морской ламинарий, овса, яблок и эластина и коллагена. Это что касается непосредственно самой капсулы. Ну, эффективность, которая была отмечена в ходе исследования, это снижение возраста как минимум на 5-6 лет и повышение в 5 раз эффективности косметических средств по показателю гидратации. Вот, что касается непосредственно вот то, как и из чего, что называется, это состоит. Был такой ученый, к сожалению, он уже сейчас умер, Земницкий Александр Николаевич, и он, собственно, это все и придумал, да, и в отличие от других, скажем, брендов, как японских, американских, которые на десятки порядков дороже по стоимости, он придумал вот такую систему, что называется, у себя в лаборатории. Лаборатория, кстати, находится в городе Уфа, как и завод, и все производство находится в городе Уфе. И вот у себя на заводе он придумал такую вот
технологию по доставке активных компонентов непосредственно в дерму, ну, в клетке, да, в дерму кожи. Ну и после этого продемонстрировал Роснано, они проверили эффективность уже на микроскопах, увидели, что действительно там частица, которая ну, 1,7-1,8-1,9 нанометра, как известно, меньше 2 нанометров, да, может проникать частица непосредственно в самые глубокие слои кожи. Вот. Разработал линейку. На тот момент было создано 77 позиций. Это очищающая серия. Серия 15+, 25+, 35+, 45+, 55+. А мужская линия, средства по уходу за волосами, кожей рук и ног. И серия интенсив. Но я думаю, подробно на каждой серии я не буду останавливаться. Это можно все увидеть и на сайте, и в каталогах наших, да, и в презентации, которые тоже у Елены, я уверен, есть. На чем еще хотелось бы заострить внимание? В процессе, опять же, так называемых тестов, да, косметика Nanoderm зарекомендовала себя не только как эффективная по транспортной системе по донесению активных компонентов в клетку кожи, а также не было выявлено отрицательных воздействий той самой наносистемы на организм человека. Причем, что характерно, вот я тоже сейчас вспомнил из старых презентаций, что даже у людей, больных сахарным диабетом, в косметике используется минимум консервантов, что это тоже можно увидеть и отметить на коробочках, где после вскрытия она хранится всего лишь 3 месяца, да? В отличие от брендов других, где и 6, и 12, и даже где-то я недавно видел 2 года могут использоваться. Еще один неоспоримый плюс, я уже его назвал, это то, что используются естественные молекулы, так скажем, для транспортных систем. Это крахмал, да, который растворяется. Если говорить о зарубежных аналогах, то там до сих пор используют так называемый диоксид кремния, силикон, который в принципе не очень полезен, так скажем, для клетки, для кожи, для всего. Вот, что еще сказать? Так, про линейку я сказал, про основные преимущества сказал, ноу-хау сказал, да, это транспортная система проникновения в клетку кожи, про позиции сказал. Руслан Анатольевич, можно вопрос? Да, кстати, да, задавайте вопросы, не стесняйтесь, Да, потому что я я немножко. задам голосом, а наши гости могут задать в письменном виде. Вот смотрите, косметики сейчас много, и многие говорят, у нас натуральная косметика, да, вот она натуральная, она подходит для всех типов лица. Вот мне хотелось бы акцентировать внимание на то, что у вас есть серии по возрастам. Почему так решили сделать? Елена, если честно, плохо слышу. Может быть, можно написать или мне надо отключиться? Да, лучше, наверное, мне одному говорить, а вопросы писать тогда в чате. А почему сделали серию по возрастам? Ну, здесь тоже есть достаточно такой банальный ответ, да, что всем известно, что с возрастом, если брать еще условия, скажем, городскую кожу, с возрастом кожа она не стареет, и клетки не обновляются. Если брать, скажем, 15-25 возраст, то там, ну, фактически и там, косметики надо там по минимуму. Да, может быть, и вообще даже не надо. Если там брать линейку 25-35, то уже, ну, тоже как бы много не надо, но тем не менее уже есть какие-то
показания начинания, так скажем, старения, да, замедление деления клеток. А уже начиная с серии 35, клетки все меньше получают естественного коллагена и естественной среде, что является как показатель, кожа стареет. Вот, поэтому именно сделали по линейкам, поэтому сделали непосредственно по линейкам, где в каждой линейке находится, чем старше линейка, тем больше активных компонентов, соответственно, для клетки. Насколько натуральна косметика? Нет, здесь нельзя говорить о натуральности, потому что натуральная косметика, она очень имеет большие размеры, и у нас натурально большая капсула, которая попадает непосредственно не в клетку, а в кожу, да, вот она там порядка 50 наномеров, который из крахмала как раз-таки, да, в которой содержатся циклодекстрины. Ну и, соответственно, гиалуроновую кислоту, ее тоже не запихнешь, так скажем, да, в капсулу, поэтому берут мономеры гиалуроновой кислоты, которые имеют достаточный размер, чтобы поместиться в капсулу и питать непосредственно клетку. Вот, наверное, так я отвечу. А компоненты, которые, кстати, содержатся, они, в принципе, они все натуральные. Тут, как я говорил, да, овес, мономеры, аминокислоты, вернее, даже, да, овса, яблоко. Про аллергию. Аллергии не выявлена. Косметика является гипоаллергенной. Одно, что я только бы хотел отметить, бывали редкие, как редкие, один-два, наверное, на моей памяти, когда люди говорили, что вроде как пошла какая-то реакция, ну, не совсем та, которую ожидали. Но здесь тоже можно, вернее, и мы предлагали людям дня три не пользоваться косметикой, и потом вновь нанести крем нанодерм. После того, как 3 дня не пользовались, наносили, ничего, естественно, не было. Просто когда пользуешься другой косметикой, другими брендами, которые, ну, там, разные по составу, и они, то есть 3 дня надо, чтобы косметика, там, ну, или не косметика, а через кровь все остатки косметики, грубо говоря, вышли. С кровью, да, чтобы не было никаких дополнительных компонентов. Если какие-то могут быть там, наверное, дополнительные из других косметик, которые реагируют на что-то. Вот пару раз таких случаев было, но вот это за всю практику, за все наши годы. Да, совершенно верно. Кто пользуется, ну, я не могу сказать точно, насколько она химизированная, да, поскольку мы таких уж точных исследований не делали, там людей не приглашали к себе, не брали у них кровь на экспертизу, не могу сказать, чем они пользовались до этого. Но вот после того, как 3 дня не пользовались, уговаривали их еще раз использовать нанодерм, и никаких реакций, естественно, не было. А вот что я хотел сказать, что да, как бы получается вот эта вот транспортная система, да, так называемая, она, можно сказать, а-ля мезотерапия. То есть она как шприцы, получается, впрыскивает активные молекулы непосредственно в клетку, в цитоплазму клетки. Еще вопросы, коллеги? Да, натуральная косметика, она достаточно крупная по размеру, и клетку она не питает. Это все поверхностные слои, которые влияют больше на эластин клетки, да, и если пользоваться каждый день такой косметикой, то кожа будет, грубо говоря, гладкая, но при этом клетка, она питаться не будет. А самое основное – это питание клетки. Это вот то, что мы как раз и сделали, то, что делает мезотерапия, глукалами там и так далее, да. Ну, фактически
нанося крем наноderm, вы питаете клетку, тем самым продлевая ее жизнь. На нашем сайте, кстати, в разделе, по-моему, новости, там можно достаточно много найти видеоматериалов, в том числе и с Роснано, презентация. Кайметов, известный певец, он тоже участвовал в создании нашего бренда и достаточно активно в свое время его продвигал. Елена. Вот. А смотрите, дорогие друзья, первое, что меня очень сильно порадовало, это стильная упаковка. Вот знаете, первое, на что, да, вот глаз падает, это, знаете, ничего лишнего, ничего вычурного, стильная, изящная упаковка. То есть цвета, да, вот коробочек, они разные, да, вот фон. Видите, вот это шампунь. Вот это, допустим, серия 25+, она такая нежно-сиреневая, а серия 55+, она зеленая такая, насыщенная, как молодая трава. То есть очень приятно, вот, знаете, не стыдно подарить абсолютно, то есть выглядит очень достойно. Во-вторых, когда я приехала в гости, да, к Руслану Анатольевичу, когда я приехала в офис, мне просто молча, ничего не говоря, дали попробовать. Говорит, давайте дадим вам, вот взяли какую-то, не помню, то ли маску для лица кремовую, то ли крем для лица, я уже не помню. И просто на руку мне нанесли. Вот что меня тоже очень сильно порадовало, да, то, что косметика практически мгновенно проваливается. То есть, что я вам хочу сказать, друзья, очень много косметики, да, вот рассказывают, пиарят там, а у нас вот косметика на маслах. Вот я вам сразу скажу, косметика на маслах, она забивает поры мгновенно. То есть, если масла, то масла не так хороши для кожи, как нам кажется. То есть масла, они очень тяжелые, у них очень большая молекула, они забивают поры, и они не проникают в дерму. Понимаете, состояние нашей кожи и наша внешность зависит от того, что происходит в глубоких слоях кожи, потому что именно глубокие слои кожи, они производят новые клетки. Понимаете, то, что лежит сверху, это мертвые клетки, которые пропитаны вот этой грязью, да, вот то, что в воздухе у нас летает, да, остатки косметики иногда, то есть много чего в нашей коже находится, в том числе токсичного. Почему надо скрабы, почему надо очищение, да, вот здесь шикарная серия очищения, и гель для умывания, и молочко для снятия макияжа, и плюс питание, и скраб, и плюс питание. Там вот отзывы, почитайте, мы тоже на сайт выложили, да, у себя. А скраб там, ну, вот просто отзывы женщины пишут, говорит, мы не ожидали, что будет такое лицо. И самое главное, вот эта текстура крема, когда он заходит в кожу практически мгновенно. Понимаете? То есть мне, например, очень понравилось. Хорошая парфюмированная композиция тоже. То есть она и не резкая такая, да, но запах парфюмированный есть приятный. И плюс, конечно же, вот наносистема, то, что меня сразу привлекло. Возможно, вы слышали, возможно, вы знаете. Сейчас век нанотехнологий. Слышали об этом? Кто слышал? Сейчас, кстати, вот я вам хочу сказать, люди, которые в сетевом мире вращаются, все приходят, а у вас есть продукты нанотехнологий? Не слышали такого? Вам не задавали вопросы? Вот в Москве очень часто задают, есть ли у вас продукты нанотехнологии. Почему? Потому что наночастицы – это мельчайшие частицы. То есть это размер там в 10 минус 9 степени. Можете себе представить? То есть этот размер, да, молекулы, он проходит в любые органы ткани и живые системы. И вот то, что нужно для кожи, то есть, смотрите, наносистемы косметики наноderm выделяются из растительных компонентов. Здесь нет животных компонентов, это тоже важно. Они выделяются из растительных компонентов, натуральных. Если мы говорим, ну, как говорят, да, консерванты, стабилизаторы, они есть в любой косметике. Вопрос, сколько их, да?
и насколько они важны, да, то есть есть стабилизаторы и консерванты, которые абсолютно не вредят организму. И вот что мне тоже нравится в косметике Наноderm, их там очень мало. Вот буквально, чтобы вы открыли крем и использовали его, да, то есть вот после вскрытия в течение 3 месяцев нужно использовать. Это говорит о чем? О том, что консервантов там минимальное количество. Если срок годности косметики после вскрытия там год-два, то, друзья мои, я вам сразу скажу, что при всем при том, что вам рассказывают, что эта косметика там безопасная и натуральная, там консервантов очень много. Понимаете? То есть здесь вот консервантов самый минимум, чтобы косметика прожила вот период, когда вы ею, пока вы будете ею пользоваться. Я бы посоветовала еще хранить в холодильнике. Почему? Ну, этим вы продлите жизнь вашей косметики, безусловно. То есть косметика шикарная, друзья. Вот регион Волгодонска, я думаю, что, наверное, в субботу вы уже получите посылочку с образцами косметики по просьбе Оксаны. Мы вам отправили, вы их уже увидите, и вы получите каталоги. Кто берет комплекс для себя, ну там глаза, дневной, ночной, каталог в подарок, пожалуйста. Каталоги, кстати, шикарные, очень красивые. Хочу сказать огромное спасибо Руслану Анатольевичу за то, что они вложили столько труда, столько, знаете, творчества, потому что все-таки сделать вот такой стильный дизайн, я вам хочу сказать, что сейчас ценится. Не аляповатость, вычурность и накрученность, да, вот самые считаются, самые дорогие бренды, вот зайдите, посмотрите, да, там тот же Dior. Это стильный минималистический дизайн. Почему? Потому что яркая упаковка, да, она вроде прыгает в глаза, но когда яркая упаковка, то, скорее всего, там вот за этой яркой упаковкой хранится что-то, ну, что-то хранится, да. То есть вот здесь все внутри. Здесь ценность именно в самой косметике, в том, что есть внутри. И, друзья, есть возможность такая, да, вы получите каталоги, есть, они к вам тоже едут. Можно заказать, в принципе, из каталога все, но, учитывая спрос вот такой огромный перед Новым годом, да, я когда приехала, я там ходила за Русланом Анатольевичем и буквально там отбирала, да, отбирала косметику, да, для вот нас с вами, чтобы мне дали, да, говорю, вот у вас вот эти, у них еще есть, дайте мне вот это, то есть то, что вы видите на сайте у нас есть, а если вы хотите что-то, то есть сейчас большой заказ делается на предприятии, и буквально где-то дней через 10 он поступит, то есть у вас еще есть время и заказать, да, и получить эту продукцию перед Новым годом в подарок для тех людей, которых вы любите, уважаете, да и для себя любимых купить. Кстати, я вам вот хочу сказать то, что я уже вижу, да, у меня очень проблемные руки. Ну, в свое время у меня была аллергия страшная, когда я перед институтом год работала санитарочкой в оперблоке, и уборка тогда осуществлялась, никто нам санитарочкам перчатки не давал, уборку делали голыми руками, а убирали хлорка или хлорамин плюс стиральный порошок. Через полгода работы у меня был ужасный дерматит, с которым мы еле справились, то есть это были руки. У меня все тело практически было, знаете, вот как коростой покрыто. То есть носились там и с болтушками разными, и добавляли уже в крема гормоны, то есть очень тяжело. И у меня руки проблемные, я как только сталкиваюсь там с моющими, то есть я посуду мою только в перчатках, понимаете? Сухая вода плохая тоже, у меня руки сразу реагируют, они становятся очень сухими. Вот что я увидела по крему для рук, да, вот то, что я могла увидеть сразу. Лицо у меня как-то без проблем. А вот крем для рук, я вам хочу сказать, он просто вот тоже великолепный. Во-первых, он очень быстро впитывается и ложится, а во-вторых, эффект, вот кожа другая, да, она напитанная, она увлажненная. То есть мне обычно, вот обычных кремов, да, какие бы они там ни были, там, ручки, ножки, да, бархатные другие, ничего вообще. То есть я только нанесла, повернулась, и у меня опять руки сухие-сухие. То есть я могу стоять и мазать крем для рук обычный, да, постоянно, то есть наносить на руки, и опять руки сухие. Я нанесла, и опять руки сухие. Что я здесь вижу, вот в этом креме для рук, да, то, что у меня вот этот эффект питания и увлажнения, он очень длительный. То есть нет необходимости вот, да, постоянно наносить крем.
То есть это тоже очень важно. И точно так же я уверена, потому что, ну, я попробовала пока, ну, по лицу я пока не могу ничего сказать, да, и мне сложно что-то сказать, потому что, в принципе, у меня лицо не проблемное. Вот. Но по тому, как ложится косметика для лица, да, как она кожей принимается, я хочу сказать, она шикарная, просто великолепная. И цена адекватная. И нам удалось сделать цену аналогичную цене, которая вот существует на сайте у непосредственно самого предприятия «Нанодерм», что тоже очень приятно. И плюс мы еще дали баллы бонусные. Да? Они, как бы скажем, может, немножечко меньше, чем баллы к оплате, но тем не менее они есть. И, друзья, я вам очень рекомендую эту косметику. Из шампуней пока что взяли, ну, поскольку у нас с вами есть направление здоровья, да, мы взяли шампунь от перхоти, потому что это очень частая и серьезная проблема, особенно у молодежи, да, у людей, у которых сиборея, жирная кожа головы. Поэтому вот, пожалуйста, у вас есть шампунь для жирных волос с наносистемой, себокорректор. В его состав входит серебро, цинк. То есть такие активные компоненты, которые обладают, вот серебро, да, это антисептик. А что такое сиборея? На самом деле это одна из причин сиборея, это грибковое поражение кожи головы. Вот, пожалуйста, то есть в составе антисептик. Цинк вообще очень хорош для кожи, вы знаете, да, что цинк вводится практически во все кожные мази, в болтушки. То есть здесь вот такой вот очень хороший шампунь, один образец к вам поехал тоже. Кто-то его первый купит. Ну и вся остальная косметика, да, то есть просто я линейку не показана, очень красивая. Я думаю, что вы видели у нас на сайте все это. Поэтому, пожалуйста, друзья мои, пользуйтесь, покупайте в подарок. Вот приятно, действительно приятно взять в руки упаковку, дизайн и приятно подарить. Стильно, красиво и работает как. Наносистема – это круто, поверьте мне. Какие есть вопросы, друзья? Ну, понимаете, да, если Роснано как бы обратил внимание на этот продукт. Кстати, Руслан Анатольевич, вы говорили, что у вас есть все сертификаты и, по-моему, международные. Я правильно поняла? Что мало кому удавалось, в принципе, сделать. Так, получше? Сертификаты у нас, да, все имеются, они все занесены в реестр Российской Федерации, а также в реестре Роснано, что, в принципе, просто так, ну, без качественной продукции Роснано не делает сертификации. Вот. Всем спасибо, коллеги. Надеюсь на взаимное сотрудничество. Всем до свидания. Не пользовались, потому что мы ее только получили. Но я надеюсь, что вы осознали, что какую ценность несет вот именно эта основа, именно нанотехнологические процессы, именно наносистема, наночастицы в этой косметике. И, кстати, ее цена очень адекватная. Вы уже видели на сайте, да, то есть я вам хочу сказать, что такого качества и такой вот интенсивности воздействия, да, косметика, она обычно стоит. Ну, я вам скажу, вот я в свое время разной косметикой пользовалась, там и Givenchy, и Dior, и Guerlain, и чем только я не пользовалась, Caudalie и так далее.
И я вам сразу скажу, там нет наносистем, но там ценник от 3000 до 5 и более 1000 рублей за единицу. И я бы не сказала, что вот по тому, как ложится, по тому, как впитывается, что вот та косметика, вот просто за то, что там есть имя и бренд, да, такие цены. То есть я скажу, что вот косметика Нанодерм, то есть то, как я вижу, уже она работает, то, как она ложится, то, что она делает, это просто шикарная супер косметика. Она лучше даже, чем вот эти косметические бренды, высокие какие-то, да, которые позиционируются, там продаются в бутиках за бешеные деньги. А на самом деле эффект хуже. Просто там вы платите деньги за имя. А здесь вы по очень доступной цене получаете шикарный комплекс с наносистемой, который действительно реально работает. Вопросы ко мне, друзья мои? Вопросов нет? Ну, тогда я думаю, что это была хорошая новость для вас. И, пожалуйста, вот у нас теперь есть и косметика. Пользуйтесь, будьте молодыми, красивыми, здоровыми и благополучными. Спасибо за внимание.